Вы знаете, да, я считаю, что это достаточно перспективный проект, потому что уже то, что это банк БРИКС, то есть сильнейших развивающихся экономик мира, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. И, скажем так, вот активы этого банка, которые номинируются в национальных валютах, наверное, скорее всего, да, они могут составить большую конкуренцию американскому доллару и европейскому евро. Потому что, в общем, мы видим, что происходит на финансовых рынках с американской валютой, мы видим, что происходит на финансовых рынках с евро. Я считаю, что это перспективный проект, а что касается отношения, скажем, к вот этому банку со стороны старейших международных валютно-финансовых учреждений, ну, мне кажется, что, в общем, наверное, будет некая такая, так сказать, как бы конкуренция наблюдаться, потому что, в общем-то, МВФ это организация, которая хотела бы оставить за собой, наверное, так сказать, лидерство в мировых финансах.